Сначала он выводил формулы по одному году и заметил, что некоторые года идентичны. В итоге создал календарь на 200 лет. В 2001 году он запатентовал свое изобретение в Южном региональном центре интеллектуальной собственности. Николай Овсенкин обладает интересной способностью. Он может назвать любой день по числу месяца с 1900 по 2100 год. Я принял, что у меня все, начиная с 900 года по 2100 год, в воскресенье будут одинаковые числа. 7, 14, 21, 28, 35. Понимаете? Принял. А для этого я нашел эти самые специальные коэффициенты, которые добавляются к месяцу, и получается сумму смотрю. Если получилось 10, больше на 3 единицы больше, чем 7, среда. Если получилось 30, это 2 дня после 28, вторник. Знание всех дней за 200 лет – не единственная интересная способность Николая Овсенкина. Он может в уме умножать двузначные и трехзначные числа. Причем, используя математические свойства цифр, открытые им же. Называет он их свойства пятерки, семерки и девятки.